Пипец. Отойдите. Пылесос не куплю. Срать это. Муху сбили. Комара. В смысле? Тебе расскажешь, что такой клитор? Давай, я не знаю. Доставай блокнот, записывай. Сэр, хватит служебных собаку выражений. Это я, это... Он и так получает полна на службе. Да-да-да. Виноградник какой пиздатый. Это помидоры, дебил. Да не поебать. Мы тупо не палимся. Спасибо. Как вы себя чувствуете? Да, потихоньку, потихоньку. Требуется, блин, спросить. Ага, щекоть от меня. Да, какая собака. Давайте, говорю, давайте. Прости нас, пожалуйста. Чего? Прости нас, пожалуйста. Диего, ты дурак? Диего. А. Это кто сейчас разговаривал? Это я. Я сперва не понял, я говорю, блядь, ник знакомый, вроде ты Диего, блядь, но голос другой, там какого-то ребенка. Я просто мультики озвучиваю на большой земле. Понял, ты так поосторожнее, я уже банить собирал. Прикинь, 18+. Пиздец. Пизда мне, братан, мне пизда. Мне пизда. Чё, хайвей? Чё у вас? Откат ситуации. Я на маяке появился, сюда менты приехали. Чё делать? Чё у вас? Ты тупой? Ты тупой? Интересно, эта корова упадет или нет? Она спускается вниз. Да, тут интересно. Нужно почаще сюда приезжать, вот эти аномалии какие-то происходят. Смотри, она спустилась. Ебануться. Ты чувствуешь, когда сам там спуститься не можешь, корова спускается. Ну ладно. Предлагаю, короче... Ай, сложно, сори. А мы полетели, да. Летим. А куда летим? К берегу, блядь. Да пошли вы нахуй, заебали. Уберите это грязное животное в больнице, пожалуйста. Я перезахожу. И чё сломается? Чё сломается? Нет, перебор сломался за 2 дня. Че это за звуки? Кто там картошку чистит? Он как будто либо облизывает кошка, либо он, блядь, отклеивает. Работает войс, работает войс. Что ты делаешь, блядь? У меня есть пробел и волосатые ноги. Я провожу пробелом по волосатым ногам. Бля, я так любил это делать в детстве, бля. Подожди, слышь, Денис. Есть. Он что там, в стену пошел пиздить, что ли? Или вешаться. Сука. Денис. Да я не буду больше тупить, вернись. Нашел кого-нибудь там. Все, пиздец, все, скидываемся на похороны, короче. У него, я думаю, бабок больше, чем у нас. Пусть он сам со себя скинется. Начинаем сначала. Мы думали, ты повесился. Вот второй летит. Опа, ни хрена. Хуя. Хуя себе. Чё? Сервак упал. Вообще замечательно просто. Она нас там ничего не по... Ох, ё-моё, тут вертолет перед нами, смотри. Здорово, пацаны, чё как летается?